Salam. Bakıda noyabrın 11-dən start götürən COP29 çərçivəsində ölkəmizdə bir sıra ölkələrin nümayəndə heyətləri təşrif buyurub və burada məhz bu ölkələr Azərbaycanla birlikdə dünyanın gələcək iqlim fəaliyyətini və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə həllərini müzakirə edirlər. Hazırda mənim həm söhbətim Rusiya Federasiyası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, xüsusilə beynəlxalq dayanıqlı münasibətlər üzrə xüsusi nümayəndəsi və Rusiya Federasiyası nümayəndə heyətinin üzvü Boris Titovdur. Здравствуйте, добро пожаловать в Азербайджан. Господин Титов, в первую очередь, как вы оцениваете, значит, сегодняшний панель, в котором мы тоже участвовали и снимали? Вообще, как вы думаете, мы сможем как бы беречь наш мир и как бы вести борьбу с изменением климата? У нас получится? Да, я считаю, что у нас должно получиться, и это вполне реальная задача, но надо использовать прагматичный, взвешенный, профессиональный подход. Вы знаете, мы страдали все эти годы от экстримов. С одной стороны, многие предлагали там вообще выйти из Парижского клуба, мы знаем позицию Америки, да, в одно время не знаем, вернется ли она. Или другая история, что давайте полностью откажемся от нефти, газа, от углеродного сырья в один день, и все. Вот Грета Тунберг там в Тбилиси сегодня активно развивает митинговую кампанию. Но она, наверное, не очень понимает последствия, да, если за один день отказаться от углеродного сырья, потому что, ну, она приедет к себе домой, где она там, в Дании или в Норвегии, и окажется, у нее нет ни света, ни тепла в доме. Это вполне реальная ситуация, потому что сегодня только за счет альтернативных источников энергии мир не обеспечит и на 1%. Поэтому, конечно, нужен взвешенный подход. И сегодня об этом говорили. Надо назвать это справедливым энергопереходом. К тем решениям о альтернативных источниках энергии, которые есть, надо добавить и другие, еще самые мало углеродные, с содержанием углеродного составляющей виды сырья, прежде всего газ. Потому что вот он называется сегодня по всем нашим документам переходом видом топлива, а нам кажется, что его надо сделать целевым и всячески направить все усилия на развитие газовой энергетики. Поэтому один из способов. Необходимо сегодня взвешенно подходить к расчету так называемых ФНУВов, то есть целей по выбросам СО2, которые берет на себя государство, потому что вот многие страны сегодня развивающиеся встраивают вопросы об ответственности не только за сегодняшний день и сегодняшнее снижение, но и за историю, потому что многие страны, потребители энергоресурсов сотни лет выбрасывали огромное количество парниковых газов, при этом никто сегодня их ответственности за это не считает и в сегодняшних расчетах не учитывается. Bəli, qeyd edir ki, bəzi dövlətlər məsuliyyəti üzərindən atırlar, hətta bəzi iqlim fəalları dırnaq arasında alternativ enerji mənbələrinin əsas olduğunu vurgulurlar, amma əslində belə deyil. Yəni, biz alternativ enerji mənbələri hələ ki mübarizədə əlçatan tam olaraq bizim üçün lazım olan səviyyəni, lazım olan həcmi verə bilmir. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, məhz Paris, bəzi ölkələr hətta istəyir ki, Paris sazişindən çıxsınlar, amma bu mümkün deyil. Biz sadəcə olaraq bununla birgə mübarizə aparmalıyıq və məhz buna görə də biz buradayıq. Xüsusilə o karbon qazının, demək, karbon qazı ilə öz fikirlərini bildirdi, daş kömürlə bağlı fikirlərini bildirdi ki, yəni elə şeylər var ki, onlar bir-biri ilə bağlıdır hələ də. Alternativ enerji mənbələri ilə yanaşı, həm də digər enerji mənbələrinin də hələlik mövcud olması realdır. Amma biz onları da saxlaya-saxlaya alternativ enerji mənbələrini artırırıq. И, конечно, мой второй вопрос, вы, значит, фактически говорили об этом сейчас. Некоторые западные страны фактически отказались участвовать в COP29 в Азербайджане. И, конечно, эти те страны, которые они несут за ответственность за изменение климата. Как вообще вы оцениваете? То есть до поры до времени,
как бы продолжится, как бы стандартные другим странам, как бы двухстандартные отношения другим странам. Как вы оцениваете вообще? Они фактически отказались, но одновременно они несут ответственность. Ну, вы видите, что, конечно, в мире происходит много водоразделов. Связано это с различными интересами, поэтому не все страны придерживаются единой точки зрения на то, как должна реализовываться климатическая повестка в мире. Поэтому, ну вот еще и тут была причина, что многие начали отказываться в том, что это Азербайджан добывающая сырье страна. Что, почему это происходит, почему был предыдущий КОП в Арабских Эмиратах, а опять в нефтедобывающей стране, сегодня в Азербайджане. Но я должен сказать, что это, наоборот, очень логично. Почему? Потому что именно от добывающих сырье стран зависит во многом успех энергоперехода. Потому что как они выверенно будут снижать свою добычу и переходить на альтернативные источники энергии, будет зависеть в целом успех по всему миру. Поэтому это очень логично, что такие копы проходят именно здесь. С другой стороны, я думаю, что вот тот вот раздел, который произошел между странами, говорит о том, что очень сложно принимать решения. Мы вот, кстати, поздравляем азербайджанскую сторону, что удалось прорыв совершить по вопросам углеродных рынков, статья 6.4 Парижского соглашения, потому что это очень хороший задел вперед. Но по другим вопросам по-прежнему остается очень много противоречий между странами. Легче их решать в кругу партнеров. Стран, которые тебя лучше понимают, у которых более близкие интересы, близкие ценности и подходы. Поэтому сегодня мы, как и Российская Федерация, как наши партнеры, видим будущее выработки единой программы в рамках таких объединений, как ШОС, таких объединений, как БРИКС, где мы можем реально договориться. И если мы договоримся обо всем, то тогда и другие страны начнут к нам присоединяться. Это очень важный путь. Спасибо большое. Bəli, bəli, qeyd etdi ki, əgər əslində söhbət nədən gedir? Demək, bir çox, hər bir ölkənin özünün iqlim gündəliyi var. Bu var, bu birinci məsələ. İkinci məsələ, hər bir ölkənin özünün yanaşması var və digər tərəfdən, hətta Azərbaycan bugün Paris sazişini tam olaraq icra etmək öhdəliklərini üzərə götürməsi böyük bir uğurdu və mən Azərbaycanı bundan bağlı təbrik edirəm. Hətta tənqidlər olmuşdu ki, niyə COP28 Ərəb Əmirliklərində, COP29 Azərbaycanda keçirilir. Hər iki ölkədə yanacaq çıxarılır, amma əslində söhbət nədən gedir? Axı, bu ölkələr yanacaq çıxarmaqla həm də onları alternativ enerji ilə əvəz edərək aşağı salırlar, onların hasilatını aşağı salırlar və bu əslində son dərəcə böyük bir yanaşma tələb edir və biz əslində bütün bu məsələləri birlikdə partner olaraq həll etməliyik. BRICS, ondan sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı formatında və digər formatlarda biz bir yerdə bunu həll etməliyik və Rusiya Federasiyası da bunun üçün əlindən gələni edir. Bəli, mənim söhbətim Boris Titov idi, Rusiya Federasiyası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi. O bir neçə dəfə Azərbaycanda olmuşdu, vəziyyəti öyrənmişdi COP29 ərəfəsində və öz fikirlərini Real TV-yə bölüşdü. Biz isə sizə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konfensiyasının tərəflər konferansından son məlumatları eksklüziv müsahəbələrlə çatdırmaqda davam edəcəyik. Bizi izləyin.